Добрый день, всем привет из Беларуси. Сегодня сделаю небольшой обзор своей рассады, как цветочной, так и овощной, что сейчас у меня посажено на сегодняшний момент. И вот начинаю свое видео с такого красивого ракурса. Здесь цветет шоковый деним и опера лемон. Ну вот дала цвести, потому что уже обрезала эти цветочки. Ну думаю, ну ладно, цветите, радуйте меня. У нас сегодня дождь целый день, поэтому может немножко и шумновато будет. Это петуния Wave Carmine Velour. Это та петуния, с которой я брала череночки. Вот такая она сейчас красотка, растет уже в 3 литрах. Вот обрезаю, щипаю, но уже, честно говоря, черенки не оставляю, уже достаточно, уже апрель месяц, поэтому. А так сейчас вам свои растения из череночков я покажу. Вот такая получилась красоточка петуния Wave Carmine Velour из черенка. Ну вот еще я ее прищипну. Вот эти длинные будут у меня прищипаны. Ну и здесь также у меня находится опера White, Rose и Yellow. Сейчас. Такая красоточка. Вот это из семян, это все из семян. Вот я их поприщипывала. Это вот из череночка Tidal Red Velour. Вот такой красавчик, тоже уже верхушку прищипнула, потому что растет, полкуется, мне так не нравится. Вот в основном на заднем здесь плане это у меня черенки Wave Carmine Velour из черенков растения. Есть такого возраста Wave Carmine Velour, это из семян. Здесь 8 штучек их. Значит, чем я свою петунию подкармливаю? Значит, провожу после пикировки, значит, подкормку кальциевой селитрой, затем 3 подкормки желтым кристаллоном, где содержание фосфора очень большое для развития корневой системы. Ну, больше ничего пока не применяла. Изредка вот поливаю фитоспорином еще плюс. А так пока больше ничего. Я считаю, что ну нормальное растение выглядит неплохо. Тоже вот прищипываю, но скоро пересажу их уже в ведра на постоянное место, но будут стоять пока у меня здесь на веранде, потому что у нас ожидается похолодание. Значит, вчера у нас было и позавчера плюс 18 днем и плюс 12 ночью. Ну, а затем по прогнозу, как мы смотрим, может еще быть и снегопад, и морозы, и так далее. Вот такие казусы природы. Это все рассада из черенков, которых я начеренковала. Вот сегодня пасмурно в теплице, в этой у меня совсем темно. Сейчас попробую вам снять. Вот видите, я здесь верхушку срезала и стала пускать боковые побеги растения. Вот такая корневая система. Как вариант, вы знаете, мне понравилось черенковать. Ну, это можно начеренковать сумасшедшее количество растений, если вам это необходимо. Ну, вот я начеренковала, думаю, и родителям, и подругам, и коллегам можно кому-то подарить, раздарить. Ну, жалко было выбрасывать мне черенки. Поэтому вот сейчас уже хожу,
Щипаю. Ах, хороший черенок. Ну, все, ну, уже все. Ну, уже все на этом остановилось, потому что это невозможно. Это может длиться бесконечно. Есть у меня еще вот такая петуния кустовая, мамба от Элиты. Вот такая петушка. Тоже посеяла недавно, поэтому еще маленькая, как красоточка. Это вот самые маленькие петунии черенков. Пересадила я их из общей плошки где-то 3 дня назад. Сразу полила фитоспорином, раствором, а уже вчера полила кальциевой селитрой. Вижу, веселенькие стоят, полила кальциевой селитрой их. Здесь у меня из семян опера или лиловая, или опера блюм. Дело в том, что в плошке сидели два вида петунии, по рядам помечено было. Я, конечно, эту плошку свалила на пол, все перемешалось, что собрала, то собрала, поэтому вот не знаю, что здесь. Поэтому вот так. Из семян еще посеяла вот сальвию красную. Ну, схожесть мне, конечно, не нравится. 50% где-то в схожести с сальвией. Поэтому, ну, не знаю, даже вот думаю, что еще посеять, чтобы были в композиции с этой сальвией. Планировала одно, сейчас все меняется на ходу.